Привет, сразу открою страницу рандом. Вышла небольшая заминочка. Я определил только одного победителя толстовок. Их должно быть трое. Дело в том, что картинка акции завершена, закрыла условия акции. Я не увидел то, что должно быть три победителя. Но сейчас определим остальных двух участников. Участников у нас 2098 человек, они разместились на 27 страницах. Это мы вводим на независимый сайт generatsiya.org. Сейчас загрузим страницу, мы продолжим. Сегодня заканчивается акция с MacBook'ом. И также сегодня закончилась акция от компании Pepsi. Результаты начнем записывать в 21.00 по Москве. Ждите результатов. Никак не хочет открывать рандом. Наконец-то открыл.